Всем привет, вы на канале Big News. Осталось всего 3 дня до онлайн-концерта Димаша. Конечно же, певец напомнил своим DRs об этом и опубликовал пост в своем инстаграм. Я бы хотел вам процитировать пару интересных комментариев от поклонников. А пока вы слушаете, напишите в комментариях, ждете ли вы концерт, и посмотрим, сколько нас. Да, эти 2 дня будут чудесными. Я с нетерпением жду тех дней, чтобы я могла наслаждаться твоим талантом. Димаш, наслаждаться твоим великим голосом. Спасибо от всего сердца за то, что дал нам возможность насладиться теми моментами, которыми мы будем жить. Они станут незабываемыми. Я люблю тебя. Поцелуй из Испании с большой любовью. Будем петь и танцевать? Димаш, надеюсь, что ты услышишь наши аплодисменты со всех уголков мира. Привет, Димаш. Чем ближе концерт, тем больше волнуюсь. Представляешь, что творится в душе у тебя. Но знаю, что все будет хорошо, ведь тебя поддерживают столько людей и целая вселенная. Люблю тебя, родной. С тобой всегда, с любовью и уважением из России. Жду с нетерпением. Димаш, очень рада, что оба дня это выходные дни. Не нужно никуда спешить и не подстраиваться ни под какое расписание. И очень рада за вас. Димаш, 2 таких значимых события. Еще уже давно хотела поблагодарить вас за то, что вы предоставили возможность смотреть ваш концерт неограниченное количество раз. Спасибо большое. Ждем-ждем с огромным нетерпением. Большие экраны куплены, мягкие места заняты, в первые ряды не пробиться, ладони готовы к аплодисментам. Димаш, вы поете просто фантастически. Вы красиво двигаетесь и общаетесь с публикой. У вас очень изысканные манеры. Судя по всему, у вас это от природы, как результат супервоспитания. Другим же певцам приходится учиться, как нужно вести себя со зрителем. А у вас, похоже, это обычное поведение. Очень бросается в глаза ваша искренность со зрителем, и это сильно подкупает. Оставайтесь таким же искренним. Даже какие-то незапланированные импровизации в вашем исполнении получаются очень мило. И на концерте становится изюминкой. Знаете, чем сейчас занимаюсь? По несколько раз пересматриваю концерт в Киеве. Это супер. А вернее, еще один шедевр. Очень классно и выигрышно выглядите. Вышиванки и прическа просто класс. Вы молодчина, умеете покорить сердца любого возраста. У меня после появления в жизни ваших песен появилось сильное желание выучить казахский язык. Очень хочется понимать слова песен. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо за приглашение, за тобой хочется идти. Ты поразительно талантлив, красив, в тебе есть мужская сила, артистическое очарование, природные данные, сила рода, ты затягиваешь. Занесло меня немного. Спасибо за то, что ты есть. Обнимаю, тепло-тепло. Ну вот, чем вам не мини-отзывы на Димаша? Не забудьте про лайк, а также не проводите времени зря и всем пока-пока.